Мариуса не спасли. Сегодня в Копенгагене застрелили молодого жирафа. Причина для расправы – то, что жираф родился в результате кровосмешения. По правилам Европейской ассоциации зоопарков, он не пригоден для продолжения популяции, а значит, подлежал уничтожению. Но даже у самих датчан шок вызвали не правила, а то шоу, которое устроили в зоопарке смерти жирафа. Его тушу разделывали прямо на глазах у посетителей, среди которых было немало детей. При этом сотрудники убеждали собравшихся, что Мариус даже не понял, что ему грозит смерть, поскольку бдительность его притупили порции любимого лакомства. Я дал Мариусу ржаной хлеб, который он очень любил, а сам стал с винтовкой сзади. Когда жираф наклонился, чтобы съесть хлеб, я выстрелил ему в голову. Звучит жестоко, но Мариус понятия не имел, что произойдет. Он получил хлеб и умер. Очень важно, что это произошло именно так. За едой жирафа и застрелили, от усыпления зоопарк отказался, так как снотворное могло испортить мясо забитого животного, которое отдали на корм львам и тиграм. Жители Дании собрали в защиту Мариуса десятки тысяч подписей. Представители других зоопарков предлагали забрать животное, но все усилия оказались тщетными.